Поехал. Лагерь, отвозим очередную партию березок, свежеспиленных. Как они сидят там. Зорко следят за всем. Так можно лечь и поехать. Но не надо. Возвратимся в лес. Посмотрим, что там нас ждет в лесу. А в лесу нас ждет Виталий. Вот тут наше поприще труда. Виталий, вы еще не подумали новую профессию освоить, там лесоруба и лесопила? Ну почему? Осилили там сотню березок-то? Да нет. Это что-то есть в этом. Я подумал, что я полный... потерпел полное фиаско в своей жизни. Да, это первое чувство человека, когда попадает сюда. Как он? Как он? Без Бога тут ничего не сделать. Сегодня последний рейс, он все, сейчас забирает и уезжает, а Володя потом подойдет. И что он скажет?